Сегодня в школах готовятся к уроку чистоты. Он пройдет завтра, однако говорить будут не про пользу мытья рук, а о заповедниках. Проведут занятия экологи. О планах на весь год рассказали на пресс-конференции. Рейды, лекции, беседы, само собой. Кроме того, на АЗС начнут устанавливать приборы по улавливанию паров бензина. Для начала в крупных городах, где воздух грязнее всего из-за промышленных гигантов. Их проверки станут непрерывными. Нынче утром побывали на казаноргсинтезе. Кто следующий держит в тайне, нагрянут неожиданно. Обеспечить конкретное снижение выбросов в атмосферу, сбросов в поверхностные водные объекты и образование отходов. Как практика показывает, зачастую для этого не нужно проведение каких-то масштабных технических, технологических мероприятий на предприятиях. Зачастую это зависит только от наведения элементарного порядка на производстве.